Всех приветствую. Дайте мне обратную связь. Кто меня слышит, поставьте плюсики. Ага, спасибо. Значит, продолжаем тему получения CDL, тему трак-драйверов, которые сегодня самая востребованная профессия в Америке. И несмотря на цены на бензин, несмотря на все равно это профессия востребованная. У нас приходят ученики учиться, и те, кто приходят, они уже имеют работу. То есть мы спрашиваем, если что, хотите, мы устроим на работу? Нет, мы имеем работу, все. То есть на расхват берут даже таких неопытных, которые приходят, еще ездить толком не умеют, их потом учат, и они там работают. Поэтому очень востребованная профессия, и мы в этом бизнесе 23 года. Значит, и подготовили очень много людей, конечно, за эти годы. Вот мы как раз специализируемся на людях, которые, неважно, с английским языком, поэтому мы готовим, они все нас сдают, практически 100% сдают экзамены и получают CDL. Вот. Но, тут новые правила, у нас LDT, надо сертификат получать, все это мы тоже сделали. Это вам Аня расскажет позже, все это нормально. Вот. Далее мы сейчас готовимся принимать беженцев с Украины. Мы будем им помогать им именно получить CDL. Будем направлять их к адвокатам, чтобы они получили сначала статус в Америке, а затем мы будем помогать им получать CDL, потому что очень много, кстати, украинцев, которые именно водители. И они вольются сюда и будут хорошо зарабатывать и помогать своим семьям. И жить здесь будут. Вот, ну, это, значит, многие изменения идут. До сих пор идут изменения в федеральном законе. Готовятся какие-то изменения. Там сейчас Геннадий расскажет. Потом Аня расскажет, как мы готовимся и как мы получаем CDL. Я сейчас слово передаю адвокату нашему, Геннадию Седику. Пожалуйста, Ген. Я надеюсь, все меня слышат. Меня зовут Геннадий Седиков, я адвокат Леонардо CDL. И как Евгений уже сказал, что добро пожаловать бежим из Украины, из России. С Россией еще тяжело, но беженцы с Украины сейчас, те, кто приехал до 1 марта 2022 года, они могут получить temporary protective status, который подразумевает, что они будут находиться здесь как минимум 18 месяцев, имеют право на работу, и поэтому они, те, кто работал в Европе водителями грузовиков или хочет стать, они это уже вполне не могут осуществить. Temporary Protective Status обычно продлевается на каждые 18 месяцев, и пример тому будет, допустим, гаитяне и Эль-Сальвадор, они уже здесь по 20-30 лет и все время его продлевают. Напрямую он не ведет к грин-карте, но позволяет сохранять статус, поэтому тем, кого это интересует, позвоните своему адвокату, или как большинство из вас уже, кто не такого возраста, как я, и не вышел из тьмы, и не 300 лет вам, вы можете найти информацию на Google и понять то, о чем я говорю. Еще один вопрос, значит, тяжело, но проходит перестройка на новые LDT сертификаты и новую программу для получения водительских прав для грузовиков. К сожалению, или к счастью, скорее всего, к сожалению, это полностью сейчас взяло, федеральное правительство взяло все это под контроль, забрало у штатов возможность выдавать эти права, потому что ELDT подразумевает под себя регистрацию будущих водителей грузовиков и вообще водителей грузовиков в федеральной базе данных, то есть федеральное правительство может одним росчерком, так сказать, нажать на кнопку, лишать их водителей прав и давать права. И я с этим не согласен, но это уже произошло. Федеральное правительство забрало все под себя. Штаты только помогают ему. А в связи с этим возникают у нас такие вопросы. ELDT состоит из трех частей. Уже точно это сформировалось, и теперь многие школы с этим связаны.
Первая – это теория. Теорию, когда вы прошли, получаете, сдали на эти вопросы, получили больше, чем 80%, мы вносим вас в федеральную базу данных, называется FMCSA. После этого вы можете получать права, после этого вы можете получать пермит, после этого вы можете садиться, как получили пермит, за руль грузовика. Преимущество нашей программы, я так предполагаю, гораздо сильнее, потому что сдача на ELDT, она еще ведет к сдаче на пермит CLP, который мы сделали так, чтобы они совпадали и пересекались во время сдачи и обучения. А после того, как наши студенты идут на наш ярд, на стоянку, там нужно будет получить еще как минимум 2 сертификата. Один называется Behind the Wheel Range, то есть это управление грузовиком на площадке, сдача назад в основном. Назад по прямой, назад под углом, назад под 90 градусов. И отдельно должен выписываться сертификат на Behind the Wheel Range. И после этого тренировка проходит на public roads, то есть на улицах. И за это отдельно нужно, чтобы выписывался другой сертификат. Поэтому мы столкнулись с тем, что это требует дополнительного времени от наших студентов и дополнительных сумм на то, чтобы это сдать. Потому что сейчас, хотя ELDT не подразумевает, сколько часов вы провели за рулем на площадке или сколько часов вы провели на public roads, но эти часы должны быть указаны. Поэтому на ярде мы столкнулись с тем, что мы должны учитывать, сколько часов каждый из студентов провел за рулем, не просто стоя и покуривая рядом, а именно за рулем, и эта сумма часов указывается в ELDT. То же самое на public roads. И только после того, как студент прошел теорию, стоянку грузовика и движение по улице, только после этого он допускается к сдаче экзаменов. То есть, получается, мы сталкиваемся с 5 различных obstacles, вместо которых был один. Это behind the wheel training, range behind the wheel training, public road. Потом нужно будет сдать pre-trip inspection, нужно будет сдать опять parking road уже в DMV и выехать на улицу. Это, по всей видимости, пока школы переполнены, с прошлого года будет отражаться на количестве времени, сколько студенты находятся на учебе. Если в прошлом году это было около 3 недель до месяца, то теперь от месяца до 6 недель. К сожалению, то, что происходит в мире, и подорожание топлива тоже не помогло. Это отражается на стоимости обучения. Еще один момент. Мы не знаем, что будет дальше двигаться, но федеральное правительство, FMCSA и Department of Transportation может больше обратить внимание на подготовку водителей. Если количество дорожных преступлений, нарушений, связанных с тяжелыми грузовиками, не уменьшится, я думаю, что они сделают то, что они делают всегда, и скажут, что нужно увеличивать время, которое студенты находятся на обучении, особенно непосредственное управление. И это может привести к тому, что само обучение в прошлом может занимать не 2 месяца, а до 6 месяцев. Разговоры эти ходят, но оправдаются они или нет, мы не знаем. Но пока вот такая информация. Еще один момент. Значит, вернемся к документам, которые необходимы нашим студентам, чтобы начать обучение. А первое – это гражданство. Если гражданства нет, это грин-карта. Если грин-карты нет, это разрешение на работу. Если разрешение на работу закончилось, карточка у вас, она на год или на 2 дается, и вы подали после окончания, то, к сожалению, мы ничем не сможем вам помочь. Вам не выдадут права, пока вы не получите второе продление и вторую карточку. Те, кто подал до того, как и получил подтверждение, что мы подали на новое разрешение на работу, это проходит. Поэтому, пожалуйста, те, кто собирается учиться и работать, посмотрите свое разрешение на работу. И если оно у вас заканчивается через полгода, самое время позвонить вашему адвокату или подать на продление самим,
потому что само получение разрешения на работу сейчас занимает от 6 до 12 месяцев, в некоторых штатах до 18. То есть, другими словами, это то, за чем вы должны следить. То же самое с грин-картой, если она заканчивается. А теперь непосредственно о том, как происходит получение сертификата у нас в теории и каким образом это пересекается с Commercial Learning Permit, вам расскажет наш веб-специалист, это Анна, и она сможет там объяснить что-то более подробное, чем из моих средневековых знаний компьютеров. Аня, пожалуйста. Добрый день, спасибо большое, Геннадий, я надеюсь, меня слышно. Да, что касается получения сертификата ELDT, да, хотелось бы еще раз показать вам, да, наш веб-сайт, который мы сделали, который у нас работает очень успешно. Сейчас, секундочку, я открою экран. Да, соответственно, у нас есть сайт, который называется ELDT Miami. Ссылка на этот веб-сайт есть у нас в чате, Женя ее не убирает, поэтому вы можете заходить, смотреть, читать. Сайт у нас сделан на английском языке. Значит, если мы нажмем на кнопочку Home, да, здесь у вас будет возможность оплатить получение сертификата онлайн. Да, стоимость нашего сертификата $285. Да, вы просто кликаете Pay Now, там вас перекидывают на систему оплаты. Потом система вам обязательно выкинет вас обратно на страничку, чтобы вы зарегистрировались. Видите, вот здесь мое имя в правом верхнем углу. После того, как происходит регистрация, вам будет дан доступ к теоретической части, которая показана здесь на левой части нашего веб-пейдж. Да, то есть у вас есть 33 главы, 33 чаптера теоретической части, и также у вас будет доступ к квизу. Да, то есть как это происходит? Обычно, когда студенты оплачивают у нас курс онлайн, они читают сами теоретическую часть, которая состоит там примерно от 15 до 20 страниц в каждом чаптере. И потом они переходят на квиз, значит, и делают наши тесты. Тесты состоят от 12 до 15 вопросов. То есть это не так сложно сделать, это не так сложно. То есть объем информации мы специально разбили, что у вас там не целиком идут 600 вопросов, да, которые включены в этот сертификат, в ELDT-курс. А постепенно 15 вопросов, то есть вы прочитали, сделали, прочитали второй чаптер, сделали. То есть таким образом это получается достаточно удобно. Там я, Евгений, мои коллеги, мы всегда на связи. То есть если у кого-то возникают какие-то вопросы или проблемы, мы всегда здесь и готовы вам помочь, подсказать. То есть с этим проблем нету. После того, как вы заканчиваете все 33 главы, вы сообщаете об этом нам или мы сами смотрим по системе и выписываем вам сертификат, отправляем его вам на e-mail. Если вы находитесь во Флориде, вы всегда можете приехать к нам в школу и забрать его лично. Евгений с удовольствием вам его лично вручит. Гена тем самым после того, как вы пришлете ваши права, отправит это все в базу DMV. И таким образом, после получения сертификата ELDT, вы можете переходить на следующий шаг, это получение пермита. Но еще раз повторюсь, что мы специально разработали программу ELDT так, что она включает в себя не только вопросы программы ELDT, но также и в каждом чаптере есть 5 вопросов на пермит, то есть который состоит из General Knowledge, Air Breaks, Combination. Соответственно, готовясь и проходя курс получения сертификата ELDT, вы уже будете готовиться и знать вопросы на получение пермита. Вот, тем самым этот курс становится вообще вдвойне лучше, интереснее и очень, как это сказать, очень эффективным. Вот, также мы с Евгением добавили на веб-сайт пошаговую инструкцию, как вам зарегистрироваться на сайте, да, то есть здесь вот прям все по шагам написано, да, то есть куда нужно кликать, что нужно заполнять, что там имя, фамилия, какие-то имейлы, да, нужно придумать свой пароль, чтобы вы его не забыли, внести свой номер телефона и, соответственно, потом зайти на сайт, и у вас будет к нему доступ. Наши телефоны даны на сайте, да, еще раз повторюсь, что вы можете позвонить, если у вас будут какие-то вопросы. И также хотелось бы, наверное, обратить внимание на то, что мы очень рекомендуем вам проходить и ELDT, и пермит на онлайн, потому что тем самым вы свое время в первую очередь
сэкономите, да, то есть это занимает, может быть, там у всех по-разному, но там 2-3 дня, у кого-то неделя, и получение пермита тоже займет там порядка недели в зависимости от вашего знания языка, да. Теперь давайте немножечко про пермит расскажу. Но перед тем, как перейдем, хотела вам еще немножко про нашу методику рассказать. Сейчас покажу другой экран и расскажу вам немножко о нашей методике. Да, то есть даже если у вас нету хорошего знания английского языка, вообще в этом нет ничего страшного. У нас есть студенты, которые не читают даже на английском языке, и уж тем более не говорят, про это мы не говорим. Но все равно они сдают и LDT, и получают у нас пермиты, то есть... Наша методика позволяет любому человеку пройти эти тесты, и я хотела вам показать буквально 10 вопросов, как мы с ними работаем, и как эффективна, собственно, наша методика. Значит, мы работаем по ключевым словам, которые вы видите в конце экрана, они выделены красным, да, и здесь мы подготовили как бы пары слов, чтобы вам было удобнее просто зрительно запоминать, что правда, что неправда. Очень много вопросов вот такого вот типа, да, общих, где правда, где неправда, поэтому мы подготовили вот такие пары, например, там government, да, государство, оно нам врет, поэтому будет неправда, мы хотим получить CDL, поэтому это будет правда. Например, ответ all of the above, когда мы видим, он всегда будет являться правильным ответом на протяжении всех 33 чаптеров, он встречается там практически везде, вот, поэтому здесь вообще не должно возникать никаких вопросов, мы всегда нажимаем all of the above. Следующее слово будет medical, и это будет правда. Да, воздушные тормоза у нас будут здесь неправда. Следующее просто ключевое слово, которое мы увидим, это будет accident. И вот видите, система мне показывает, что это правильный ответ. Потом будет full trailer. Алкоголь мы не пьем за рулем, поэтому это будет неправда. И последнее ключевое слово, это будет трактор. Давайте посмотрим с первого вопроса, да, как же мы будем читать с вами эти слова ключевые. Вот у нас есть с вами слово государство, government. Поскольку оно нам врет, да, запомним, что у нас было это неправда. Вот мы отвечаем неправда. Мы хотим с вами получить CDL, и мы с вами его получим, поэтому это будет правда. Вот два вопроса с вариантами ответа all of the above. Да, всегда, если мы видим такой вариант ответа, мы его отвечаем, и он будет являться правильным. Следующее слово будет medical, да, врачи нам помогают, поэтому это будет правда. Воздушные тормоза здесь будет у нас неправда. Здесь у нас было слово trailer, да, full trailer. Здесь будет такой вариант ответа. Слово алкоголь, еще раз, мы не пьем с вами за рулем, поэтому это будет неправда. И последнее слово было трактор. Да, соответственно, вот тем самым мы с вами закончили как бы такую небольшую часть из 10 компиляционных вопросов нашего теста. То есть это абсолютно не страшно. Повторюсь, у вас есть всегда несколько опций, как вы можете получить как сертификат ELDT, так и пермит. То есть вы можете заниматься полностью сами, удаленно, да, то есть мы вам предоставляем все материалы, мы вам даем доступ к тестам. Либо вы можете заниматься со мной или с Даной как преподавателем, да, чтобы мы вас вели, чтобы мы вам помогали, смотрели на ваш процесс и помогали вам получить сертификат ELDT и также пермит. Теперь немножко хочу поговорить о пермите, потому что это тоже остается очень обязательной и важной частью, да, вашего пути к получению CDL. Для получения пермита у нас есть один другой сайт, но на него есть ссылка также и на eldtmiami.com. Да, все, что вам нужно сделать, здесь тоже зарегистрироваться обязательно на сайте. Здесь есть вкладка «Удаленное обучение», где вы можете заказать его. Опять же-таки есть кнопка «Купить сейчас», которая перекинет вас на платежную систему. Да, все, в принципе, то же самое. Или позвонить Жене по телефону, вот он всегда здесь представлен на веб-сайте. После того, как вы оплачиваете ваше обучение на пермит, регистрируетесь на сайте, у вас появляется доступ вот к этой закладке, которая называется «Permit CDL». Что она вам дает? Она вам дает, во-первых, доступ ко всем блокам раздела «General Knowledge». Да, мы у себя внутри школы делим вот этот большой, огромный блок «General Knowledge» на 4 части, просто чтобы вам удобнее было учить слова, удобнее было их запоминать и удобнее было их практиковать, да, потому что если мы вам сразу дадим там 500 вопросов, это будет достаточно тяжело. Также Air Breaks Combination
и ключевые слова для получения пермита. Да, и вот если, например, я нажму на General Knowledge 1, ну, поскольку я уже зарегистрирована в системе, если вы будете зарегистрированы, то у вас будет абсолютно такой же доступ, да, то вы сможете прямо здесь, не выходя из сайта, открывать наши тесты и делать их, проходить, смотреть ваш прогресс, смотреть, какой у вас будет результат, тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, да, вот он открылся, General Knowledge, и, соответственно, тем самым очень легко можно будет сдать потом в своем штате на пермит и уже потом на учебу приехать к нам, потому что, как уже говорил Женя не раз, и Гена, и я еще раз повторю, что мы всем рады, мы всегда поможем, и у нас есть ученики, которые абсолютно не говорят по-английскому, но мы всем помогаем, мы работаем персонально с каждым студентом, да, чтобы make sure, что они обязательно все сдадут, и мы так просто в школу людей не отправляем, пока они действительно не готовы сдать evaluation, пока они не готовы сдать площадку, да, обучение за рулем, да, behind the wheel. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в чате или пишите нам, или звоните, мы всегда на связи, то есть мы, наверное, единственный, один из немногих веб-сайтов, назовем это так, которые предоставляют свои контакты, и мы всегда рады помочь, подсказать и как-то вам помочь в получении CDL. Спасибо вам большое за внимание. Евгений? Значит, мы действительно приглашаем вас, приезжайте, у нас 100% получают CDL, и мы вас можем устроить на работу. То есть, если у вас, допустим, нет работы, сейчас работает сложновато все это, а вы приезжаете, получаете права и сразу выходите на работу. Можно отсюда ехать на работу сразу. Это тоже не проблема. Поэтому, если есть вопросы, вы можете звонить мне. Можете сейчас написать, значит, мы всегда на связи, как говорила Аня, это не проблема. Мы всегда отвечаем, всегда на связи с нашими студентами. Это даже онлайн или здесь вы находитесь, мы всегда на связи, всегда протягиваем руку помощи. Поэтому получить у нас, не получить, вернее, сидел у нас невозможно. Это все получают и все вы это знаете, кто уже получил. Значит, следующий вебинар будет 31 марта в это же время, нью-йоркское время 12 часов. Значит, у нас так как мое нью-йоркское время. Пожалуйста, мы вас ждем 31 марта. А сейчас так, вот у меня вопрос, здравствуйте, можно ли заранее начать обучаться, чтобы не терять время до получения решения на работу, какой срок годности, задачи тестов? Да, один, конечно, можно получать, можно начать обучаться, потому что онлайн вы будете обучаться, и вы сможете, сертификат вы получите, это не проблема, для нас не надо разрешение на работу, вы сдадите, получите сертификат. Когда вы уже получите разрешение на работу, то у вас уже будет сертификат. Единственное, вам нужно, конечно, американские права. Это да. Вот. Дальше, вы можете дальше обучаться на онлайн и на пермит, это тоже не проблема, единственное, что вы не сможете сдавать экзамены, пока не получите разрешение на работу. Но вы будете уже готовы, когда вы получите, что не теряя время, вы сразу будете получите CDL и будете дальше, пермит, вернее, и будете дальше заниматься практикой, сдавать экзамены. Так что это срок, срок годности сдачи тестов. Значит, пермит. Если вы сдадите на пермит, он год держится. То есть вы сдадите, год будет держаться. И пермит выдают на год. Это не проблема. Еще вопросы есть? Угу. Значит, еще раз говорю, если есть какие-то вопросы, мой телефон здесь. Звоните мне, пожалуйста, это не проблема. Всегда отвечу, или звоните Ане, мне телефон есть. Еще вопросы есть, ребят? Все. Хорошо, я с вами прощаюсь до 31 марта. Всего вам хорошего. До свидания. Удачи вам на дорогах.